Что общего между скульптурами американских президентов, высеченных на горе Рашмор, и фасадом вашего дома? Или между питьевой водой превосходного качества и цветущим садом? Или между мемориальной церковью кайзера Вильгельма в Берлине и жилой комнатой? То, что во всех этих местах используется продукция компании «Керхер». «Керхер» – лидер на мировом рынке уборочной техники, программа которого насчитывает свыше 3000 изделий. От портативного стеклоочистителя и аппаратов высокого давления до поломойных машин и автомобильных моечных установок. По всему миру «Керхер» предлагает своим клиентам оптимальные решения проблем чистки. История успеха компании начиналась с известного немецкого изобретателя и предпринимателя Альфреда Керхера. Он относился к плеяде великих швабских инженеров, таких как Роберт Бош и Готлиб Даймлер. В 1935 году молодой, увлеченный техническими идеями инженер основал собственное предприятие, основной продукцией которого были промышленные системы отопления. В 1950 году был выпущен на рынок первый аппарат высокого давления. После преждевременной кончины Альфреда Керхера в 1959 году компанию возглавила его вдова Ирена Керхер. Под ее руководством бизнес приобрел международную направленность и в 1974 году сконцентрировался на аппаратах высокого давления и уборочной технике в целом. В 1984 году был совершен прорыв на потребительский рынок. Появился первый бытовой аппарат высокого давления. После смерти Ирены Керхер в 1989 году ответственность за компанию приняло новое поколение. Последовала дальнейшая глобализация, расширились ассортимент продукции и сфера деятельности. Сегодня компания, которая зародилась как малое предприятие, представлена по всему миру и насчитывает более 10 тысяч сотрудников, 130 национальностей, имеет оборот в 2 миллиарда евро и является мировым лидером на рынке уборочной техники. В чем же секрет этого поразительного успеха? Хотя уборка и не является наукой, наведение и поддержание чистоты – одно из основных потребностей человечества, удовлетворение которой требует учета многих факторов – уровня развития страны, климатических условий, образа жизни и сложившихся привычек. Вот почему нам важно быть рядом с покупателями, понимать их запросы и проблемы, чтобы находить оптимальные решения. Оценка потребителя всегда в центре всех наших действий. Сказанное объясняет и инновационную направленность Керхер. Инновации не случайность. Компания вкладывает колоссальные средства в исследования и разработки и каждый год выводит на рынок свыше 100 новых продуктов. А 87% в объеме сбыта составляют изделия, разработанные не более 5 лет назад. От автоматизированного проектирования к созданию виртуальной модели и прототипа. Так создаются новые продукты. Перед внедрением на рынок проводятся тщательные испытания на экологичность, экономичность, функциональность и безопасность. Серийное производство начинается только после успешного прохождения всех испытаний. Разные изделия выпускаются в совершенно разных объемах. От изготавливаемых вручную единичных экземпляров до автоматизированного крупносерийного производства. Но требования к ним едины. Даже при производстве более 10 тысяч аппаратов в день должны соблюдаться высочайшие стандарты качества. Цель – никаких ошибок в ходе всего производственного процесса. Все начинается еще с этапа приемки. На производственные линии поступают только безупречные компоненты и материалы. Высочайшая эффективность достигается благодаря гибкому сочетанию технологических операций, командной работе и специалистам широкого профиля. К
каждое изделие проходит полную проверку. В продажу поступает только безупречно функционирующая техника. Концерн «Керхер» включает в себя 100 дочерних компаний и представительств в 60 странах мира, а всемирная торгово-сервисная сеть насчитывает более 40 тысяч предприятий. Наша задача – предложить различные каналы сбыта, как через интернет, так и через фирменные магазины, «Керхер-центры». Каждый клиент должен быть уверен в том, что его обслужат наилучшим образом. Превосходное обслуживание клиентов возможно только при наличии компетентных, мотивированных и преданных сотрудников, способных к продуктивной работе в коллективе и стремящихся к совершенствованию своих знаний и умений. Поэтому «Керхер» вкладывает большие средства в обучение и повышение квалификации. Тем самым обеспечивается и преемственность поколений, гарантирующая успешную работу компании в будущем. Результаты коммерческой деятельности связаны с требованиями устойчивого развития. «Керхер», как часть общества, несет свою долю ответственности, принимая участие в некоммерческих международных проектах, поддерживая социальные организации и оказывая помощь пострадавшим после природных катастроф. Важную роль играет и охрана окружающей среды. Техника «Керхер» постоянно оптимизируется в плане экологичности и ресурсосбережения. А в сотрудничестве с природоохранными организациями «Керхер» вносит свой вклад в сохранение на Земле биоразнообразия и запасов пресной воды. Сохранение экологии и исторических ценностей – неотъемлемый элемент философии нашей компании. Поэтому «Керхер» содействует сохранению объектов международного культурного наследия, выполняя сложнейшие работы по очистке архитектурных памятников. «Керхер» ассоциируется с компетентностью в области чистки в условиях постоянно изменяющегося рынка. Адаптация к происходящим переменам – решающее условие. Она должна быть постоянной, как и сами изменения. Мир все время меняется, и готовность гибко приспосабливаться к новым реалиям является основной предпосылкой выживания и, более того, успешного развития. Компания остается верной собственным высоким устремлениям. «Керхер» будет и впредь внедрять инновации и задавать стандарты в области технологий и сервиса. «Керхер» намерена и впредь оставаться лучшей компанией. «Керхер» будет создавать новые ценности для своих клиентов, сотрудников и компании. Сегодня и завтра. По всему миру.